Доброго времени суток, с вами канал Зяблик, и мы продолжаем играть в State of Decay. Так, и что же мне нужно сейчас сделать? Я вот что-то тут подумал, что съездить бы на главную миссию. Так, что это у нас? Ага. Ну давайте. Попробуем. Так, это я что, поставил или убрал? Не, я убрал, что-то я... Сначала нажал, все. Ого, сколько ехать. Ну тачка-то у нас тут есть, да-да-да, есть тачка. Ой, это та красненькая. Отлично, поедем на ней. Главное, чтобы в мое отсутствие сейчас тут никто ничего не напортачил. Так. Вот тут-то я знаю, тут я буду тормозить. Лучше не буду сильно. Так, что у нас по карте? По карте у нас... Ага, все понял. Как поедем? Поедем по большому пути. Как бы я просто не хочу через эти поля срезать. Хотя было дело, что мы через поле срезали. Так что же вариант? Тут-то можно срезать. Все-таки давайте срежем в целях экономии времени. Так, вроде бы срезали прилично. Главное сейчас на эту инфицированную ферму не попасть. Так, ставимся. Да блин. Ладно, проигнорируем. Пока что. Окей, а через эти кусты можно проезжать? Ага, все, отлично. Просто замечательно. Так, машина куда стоит. Что это такое? Эзотерик. Не люблю я этих вояк. В этой игре просто они... Мои... О! 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 Что я нашел-то, а? Иди нафиг. Путь нафиг, а. Давай-ка. Приляг. Приляг. Вот и все, отлично, просто профессионально. Так, давайте лучше вызовем по радио. Это с собой возьмем. Отлично. Так, все, выдвинулся. А. Так, это что у нас за миссия? Не, потом. Потом. Сейчас сначала вот этой займемся. Как я понял, там еще есть ресурсы, но это все попозже немножечко сделаем. Так, куда я забрел-то, а еще FPS проседать? Ну, как всегда. Без проседания FPS нельзя никак. Надо, кстати, будет разведывать местность. Здание подсветить, еще всякие плюшки. Чтобы знать, что где. Надо будет этим заняться. Так, что у нас? Тихо, 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 куда? Нет, дальше, дальше, дальше. Мне как бы не сильно жалко эту тачку, так что... Но в целях экономии машин, ну, техники любой, я постараюсь не так сильно бить их. Потому что мало ли, вдруг они тут заново не появляются. Это же типа реалистично. Так, орда, нет, извиняюсь, вы... Сегодня не ваш день. Да что так проседает, а? Пока. Кстати, да, лучше так не делать. А вот еще один Бамблби. Ну, пока что не будем, пускай там стоит. Во, перевернутый. Отлично. Так, вот мы уже почти подъехали к нашей цели. Что было? Петь у них... Ага. Окей. Солдаты. All due respect, Your Honor. We're stretched too thin as it is. You got half my guys guarding the dispensary instead of... Только один вопрос. Как ты тут быстро появилась? I understand the difficulties, Sheriff, but I don't know what you expect me to do about it. We only have so many trained officers left. Мэра, что ли? With the prospect of arming civilians for this kind of work. If you'd let me start training them, I... We'll discuss this later, Sheriff. We have a visitor. Welcome. I suppose you've heard our broadcasts? Well, it's all true. We have a safe, secure society here, governed by the rule of law. Walk with me. I'll explain. You have a society? Давай. I'm sorry. What exactly happened to the United States while I wasn't looking? Look around. We're facing a disaster of unprecedented scale.
Ничего у них так-то пушечки. Ага. Until they do, we have to look out for ourselves. It may not be the most constitutionally traditional succession, but it's all we have. All we have. The army's camped just across the river. Yes, and other than vaguely threatening radio broadcasts, they've made no attempt to contact us or provide relief efforts to the civilian government. Meanwhile, ordinary citizens like yourselves are in fear. Fear of the dead. Fear of the criminal sees this as an opportunity. Fear of the uncertain future of our nation. But it doesn't have to be that way. And of course, all firearms will be surrendered. Only duly appointed law enforcement officers are allowed to go armed. Right. Well, thanks for the offer. But we're doing just fine on our own. And I'm damn sure not surrendering my weapon when the streets are full of flesh-eating dead people. Боже, не говори, что тебя на что она залагала. We'd certainly prefer if people joined us freely. Открыто. Окей, посидим тут, безопаснее намного, чем там. Да, все-таки она провтыкала. We're short-handed. Tell you what. Help me clear some of these problem areas out, and I'll vouch for you. Put in a good word. Maybe set up some kind of trade arrangement. Let's see. Ну давай. Feel like lending the... I'm on it. Давай, погнали, чё? Почему нет? We've got a few infestations. О, и светает! Ну вообще просто отлично. Почему нет? Давай. Орда еще идет. Ну, с ордой, я думаю, вы сами разберетесь. Вы же как бы, ребята. Тут и так можно. О. Мужик. Ты че? В конец? Больной. А, на пиццемобиле поедем. Погнали. А у нас места нет. А, не-не-не, есть, все отлично. Не, ну этот, конечно, этот красавчик, он просто обошел спокойно. Этому надо было спрыгнуть. Гребаные наркоманы. Ага, инфицированный. Что? В конец офигели. Финиш гейм! Так, знаете, что сделаем? Вот это вот эквип. Давай его поднём. Хр-рать! Хренов ты, муди! Всё отлично. Это убили. Так вот, и вообще просто пробил. Давайте зачистим, а. Эй, вы где? Пробью! Да, ну ладно, ты давай, я тебе уступлю. Эй. Зомбаки! Фишки! Давай вот так вот. И все, отлично. Так, что-то у нас есть. Sounds like I've got company. Ничего, окей, ладно. Да выпусти ты ж меня! Давайте поищем. Хотя нет, лучше. Не-не-не, попозже, попозже. Секунду, погоди. Погоди секунду. Вот и все, отличное оружие. Просто замечательно. Now we're making progress. We should get moving. Lead on. Let's move. А, типа мы за... Окей. Типа мы инфицированные дома защищаем. Не, ну давайте попозже немножечко вынесем все плюшки отсюда. А пока что давайте почищем инфицированные дома. О, не-не-не, не туда, не туда. Стоять, назад.
Ну, я думаю, в этом городе я намного больше чем-нибудь обживусь, чем просто. You should have seen Marshall in the first couple of days. Seemed like half the town was already dead or dying. The other half was trying to cram into the courthouse for protection. Mayday, mayday! Is anyone reading? We're trapped! Lots of zombies outside, and we're out of ammo! Don't know how long we can hold out! Sit tight. Helps on the way. Ну, если туда ломится, значит там. Простая арифметика. Воу-воу-воу-воу-воу! Куда? Куда? Нет-нет-нет-нет-нет-нет! Куда я ворвался? Едите за ногу! Не-не-не-не-не-не-не-не-нет! Не сюда, не сюда! Совсем не сюда! Назад! Ну-ка, погорите-ка немножко. Отлично, вот это я понимаю, ворвался. Вот этот вот взрывчик. Да хватит на меня жрать, а, у меня стамина кончилась. Погодите, сейчас восстановлюсь и надеру вам. Ваши зомбяцкие задницы. О, отлично. Просто профессионально. А вот этот мудень. Ну чё? Какая орда? Никакой орды не будет. Успокойся. Отлично. О, не пробил стекло и прошел тут. Отлично, все, супер. А я вот так пробью и все. И отлично, и неплохо. Так, что у нас дальше? Да это фигня вообще ни о чем, просто. Да давай ты ее скинь, ты уже, ё-моё! Давай, ё-мо, всё, и просто... И дело с концом. Так, добиваниями их будем, давайте соединим медикаментку. Всё отлично. Найдите выживших. Я не вижу, что ты выживший. Офигеть, я тогда сюда врывался. О, отлично. Thanks. Так, я хочу знать, что тут найти. Сейчас поищем кое-что. Somebody's broadcasting something. Give me a second to get it tuned in. Damn it, people, how many times do I have to tell you? We need sentries watching the approaches. We're trying, but there's no good place to post sentries around here. I guess we're gonna have to fix that. Они прямо оттуда, что ли, выходят? Поможем, хотя нет, стойте, давайте на что сделаем. Хочу сначала вот эти вот домики обчистить. Они идут, кстати, забирать эти пакеты или нет? Так, на этот уже забирает, а этот что? Этот выходит. Ага. Тут только медикаменты. Давайте вот этот дом почистим. Наверное, тут есть какие-нибудь вкусняшки. Ага, медикаменты. Сейчас сберем тут. Вот и проверим, есть ли в таких домах много вкусняшек. Так. Nice. Неплохо. Довольно неплохо. Такое лучше такое. А, понял, все. Все. Понятно, что это такое. Тут ничего нету, тут ничего. Ну-ка, давайте, ну. О. Стройматериалы. Ну прям то, что мне нужно. Прям как по заказу. I'm loaded up. Надо бы домой съездить, да? Я так думаю. Ага, все, последний сундук. Окей. Хоть бы там ничего не было. Пожалуйста, не надо, пожалуйста. Нет! Ах, черт. Что это за пак? Лаш, блин. Зачем мне медицина? Не-не-не,
нам не надо. Нам ничего не надо. Сейчас мы, знаете, куда съездим? Сейчас мы съездим домой. И дома тут у нас есть еще одна миссия. Вот это вот. Мне вот интересно туда сходить. Пока мы тут им как бы помогли, как бы познакомились, все нормально. Разрулили. Пойдем дальше. Да тут стекла не выбиваются. Я, конечно, ничего не против, но все равно. Так, погнали отсюда. Но город все-таки. Да там и фэктори есть. Ну просто конфетка. Отлично. Просто замечательно. Не город, а конфетка. Вот, давайте сразу же просто. Сразу же на берегу. Ой, извиняюсь. Случайно микрофон толкнул. У меня же он на палочке. Так что надо вот так вот аккуратнее быть. Так, давай побыстрее. Время-то будем экономить. Потому что как бы побольше надо поиграть. Так, вот только не... Нет, ну... Вы что, к машине, что ли? А, давайте надо облепить машину. Это ж так уже интересно. Все, давайте поиграем. Ага. There's a building we'll want to check out. Да понятно, что там в правом верхнем углу просто новая локация, новая локация. Что-то я тут не вижу ничего такого прям супер интересного. Во. Factory. Что там у нас такое? Кемпсайт. Я не думаю, что в кемпсайте мы найдем что-то нам прям очень-очень интересно. Но мы все равно туда зайдем. Мастерская. Еще дом. Вопросик. Ау. Неплохо. Дом. 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 Ганшоп какой-нибудь. Стейшн. Дом. О. Офис. Офисы. Офис. Отлично. Слушай, надо будет туда сходить. Мне просто интересно. О. Магазинчик. Во. Полицейский. Отлично. Штяр, да, сюда движется. Я бы не сказал бы, что это хорошо. Я не сказал бы, что это плохо. Потому что если я сейчас успею добраться до машин, что это, то это будет просто пофиг. Так, заправка. Офисы. Офисов как-то много. Слушайте, это ганшоп? Скажите, что это ганшоп. Офис. Нет. Ладно. Как я понял, в таком городе нет тут ганшопа, так что... Гаражи. Петерик там пропагандирует. Зомби. Ах, да. А, типа, мэрия там, где не находится, да? А, да-да-да, вон. Там наш, типа, как бы выживший. Офис, офис. О, отлично, прямо рядом с ним больница находится. Ну, вроде бы все закончили. Ладно, если что-то не разведывали. Офигеть, тут построек, конечно. Так, а где я нахожусь? А, вот он я, да. Я туда вот смотрю. И тут это здание вот вдалеке мне отсюда не разведывают. Ну ладно. На это забьем. Даже если мы что-то не разведывали, это все успеется. Сейчас главное решить проблему. А слушайте, они отлепились от моей тачки. Давай, пошли тогда уже. Сейчас погоним. А нет, стоп, стоп. Нет, они все-таки решили ее приватизировать. Идите нафиг, да, пожалуйста. Я не хочу проблем, вы не хотите проблем. Давайте решим все мирно. Так, давай. Да иди нафиг. Нет! Поехали, я помню, куда ехать. Так что ничего страшного. Что вот мы в автоматерской можно, да, выбить? Разгрешен в доме. Тоже интересно. Так. Эту лошадку я возьму. Сразу же на берегу берем. Так, давай. Да садись ты, ё-моё. Иди в жопу! Не получишь. Красавица. Просто я влюбился в эту машину.
какая-то интересная машинка стоит. На самом деле. О, еще задание. Help. Мне надо помочь. Надо помочь. Даже пофиг, что мы на супертачке. Тем более, мы такие, как супергерои, такие влетим просто. Может, первым еще что-то. А, то есть нужно сжигать, как я помню. Мы там что-то сожгли. Так, тихо. Полегче. Не надо так лагать, пожалуйста. В городе не лагает. Просто конфетка. А тут на каком-то гребаном поле и так лагать. Это ж позор просто. Давайте объедем. Вау. Ты либо из-под нищи. Слушай, идите нахер. Не сегодня. Пожалуйста. Просто не сегодня. Давайте в другое время. Да-да, а теперь это теперь еще пропагандирует. Вот, гребаный пропагандирует или как-то. Пропагандеры. Я вам там потом навешу. Всем ничего. Даже не хочет, что я делаю. Так. Помочь. Успокойтесь! Тихо, нет! Пошли нафиг! Какой нафиг, а? Да не надо, блядь! Сейчас, блядь, сам сдохну! Пошла нахуй! Главное свою жопу спасти! Зато я попробовал эту куклу. Дохни там, скотина! Да не, что я сейчас... Если я сейчас заеду на эту раньше, я ее обязательно помогу. Я как бы... Тупая машина! Окей, ранчо-сранчо. Блять, пиздец нахуй. Так, что делать? Тачка перевернута. Я не знаю. У меня очень мало хп. Слушайте, давайте вызовем подмогу. По-другому там никак. Или просто потихоньку их зачистим тоже, блядь. Вау. Не. Все по-тихому. Так, я что подумал? Давайте вот так вот. Радио. По радио позвонить. Ладно, пофиг. Сейчас вон он дерется. Я тебе сейчас помогу. Девочка, поедем со мной. Только вот тачки нет. Вот это вот самая проблема. Где тачка есть неподалеку? Ага, вот тут у нас тачка есть. Ну, вот тут, надеюсь, доберемся. Так, давай. Мы разобьем. Так, ну чё? The freaks we really gotta worry about. How about it? Stay strong out there. О, слушайте. Стой. Куда, блядь? То есть я теперь за неё могу играть? Hey, I got this. Пойдём. Пойдём со мной. Так, смотри. Знаешь, что делаем? Так, ясно. Поменяемся с тобой? Сейчас мы... Куда пошла, блядь? Шлюха! Ладно, пофиг. Здесь она выберется. А, у этой есть шотган. Шлюха, куда пошла? Блядь, она сейчас сдохнет. Тупая шлюшка, пойдем со мной.
Откуда? Блядь. Шлюха. Ну что сделаем, а? Там, блядь, людей убивают. Там чувак, блядь, сдох. Вот шлюха. Так, как стрелять, как стрелять? О! Чувак, я тебе помогу! Шотганом, блядь, сейчас зарядим. Отлично, вот и все. Вот так вот ей. Да прикрою я тебя, не ссы. Топор нормальный. Вот так вот. Шотган тащит. Это же зомби-апокалипсис. Вот и все, отлично, просто. Так, ну и что тут? Ты что такой наркоман? Так, я что подумал? А, он тут к этим ресурсам. Так, тут есть тачка. Куда пойдем? Пойдем. Надеюсь, он не сдохнет. Или сдохнет? Ха, пофиг! Надеюсь, нет. Слушайте, это что такое? Боже мой, да ну нафиг, она такое нарваться. Просто сейчас по-быстрому и свалим отсюда. Ах, эта шлюшка еще куда-то убежала. Ну давай, 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 что? А, ты ж в полицейской форме! Куда, блядь? Блядь, нет нахуй. Блядь, бежим! Все, извиняюсь, конечно, за такое количество матов, но это просто. Хоть и долбиться, а. Успокойся. Сейчас доедем. Еще не ссы. Вот и все. Пока. А! Две двери! Серьезно! Даже, блин, даже перегородку оторвала. Ты что, совсем уже? Не, ну, блин, ну это, конечно, перебор. Не, ну ладно-то одну дверь, но... ну ладно, даже две двери, ну какого хрена ты... Еще я оторвала перегородку. Так, окей, тут... О, вот она, вышка. Просто, вообще офигенно. Вот, смотрите. Вот это вот я просто хз сколько улучшал, но я это улучшил. Так, а где же эта шлюха-то ходит? Она где-то тут. Так. Клади лопату сюда. Пойдемте поищем. Вы пока снизу там читайте. Я пока побегаю, поищу ее. Да ж ты смылась, а. Не, ну это уже... Ай, капец, ГГВП. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и хорошего настроения. Пока-пока-пока.